Здравствуйте, наши дорогие зрители. Сейчас мы расскажем вам, какие добавки необходимо принимать до, во время и сразу после тренировки. Что это может быть? Основными добавками являются аминокислоты типа БЦА. Я в основном принимаю аминокислоты БЦА в порошковой форме. Они бывают, так скажем, двух основных видов, которые усваиваются быстро. Мы их принимаем перед тренировкой за 20-30 минут и сразу после тренировки, либо в середине тренировки раз. Либо БЦА аминокислоты с комплексом электролитов в составе. Такие аминокислоты можно подбивать в течение всей тренировки, равномерно распределив на дополнительный стакан воды, помимо основной жидкости. Дальше, что у нас есть? Также перед тренировкой можно принимать такую незаменимую, условно незаменимую аминокислоту, как глютамин, который также будет способствовать восстановлению мышц, который является иммуномодулятором. Что еще можно добавить? Иногда актуально применение предтренировочных комплексов. На постоянной основе я их принимать не советую, но иногда бывают дни, когда мы не можем собраться с силами, а хочется немножко взбодриться. Вот это, в принципе, тот день, когда нам нужно принимать предтренировочный комплекс. Принимать лучше курсами. 2-3 недели прием, месяц-два отдыха, либо один раз в неделю в самые тяжелые тренировки. Скажи, пока Демон Даст. Да, это Демон Даст, новый предтренировочный комплекс, который принимается очень концентрированной маленькой дозировкой. Мерничек там идет на 1,1 грамм. Принимается он даже без использования дополнительной воды. Просто один маленький совочек, кидаем под язык, держим 30 секунд и проглатываем. То есть очень легко принимается, быстро действует. Мощность, так скажем, средняя, то есть он очень сильно действует, но эффект хороший и имеет среднее время продолжительности. Это мягкий, хороший предмет. Что можно принимать еще во время тренировки? Есть специальные смеси на простых углеводах. Например, гликофьюз. Это простые углеводы, которые питают нас очень быстро полезными веществами, принимая во время тренировки. Очень быстро восполняют запасы, помогает нам восполнять запасы глюкогена. Что можно выпить после тренировки? Тут зависит от наших целей, от типа нашего предложения. Это может быть белковая смесь из быстрых белков, либо сывороточный концентрат, либо сывороточный изолят. Принимаем сразу после тренировки, когда мы сушимся, стараемся набрать сухую мышечную массу, то есть основных в этих случаях. Тем, кто набирает вес, общий вес тела, либо человек просто не склонен к набору лишнего веса, набору массы, лучше закрываться белково-углеводными смесями, так восстановление этого типа будет быстрее. Собственно, все. Витамин также можно принимать сразу после тренировки прямо с белковой либо белковой. Мы как раз вспоминали, если у вас какие-то вопросы, обращайтесь. И ждите новых видео.